Медиагруппа «Авангард» представляет. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, когда он появился, связано ли это с последними событиями, переходом на удаленку, либо вы давно к этому пришли и сейчас продолжаете строить? Появился он 2 года назад, ровно. Появился он тоже после определенных событий. И вот у нас есть 3-летний план. Мы были пионерами из тех, кто делал гибридный сок. Сейчас мы уходим в свободное плавание и свое подразделение для нужд своей компании. Скажите, Андрей, пожалуйста, вы оказываете только услуги для собственных сотрудников или для каких-то внешних организаций тоже? Мы оказываем только для собственной компании, потому что мы не имеем права оказывать других услуг, кроме страховых. Это, наверное, и даже хорошо, вы сосредоточите компетенции в собственном соке для обеспечения безопасности собственной организации. И такой вопрос очень многих наших участников конференции интересует. Когда компания переводит сотрудников на удаленку, всегда возникает проблема, что пользователи могут подключаться с недоверенных личных компьютеров, и возникает вопрос о проблемы с вирусами. Вот как вы решаете эту проблему? Есть ли у вас такая проблема? Проблема, естественно, была, потому что перешли на удаленку достаточно быстро, но у нас практически все было готово для этого на самом деле, поэтому переход занял достаточно короткое время, а все проблемы решили уже по ходу перехода. Вот, собственно, действительно, когда мы разрешили подключаться с домашних компьютеров, мы первым, что увидели, это кучу грязи, кучу вредоносов и прочей ерунды, которая лезет к нам в сеть. Соответственно, мы предприняли всего лишь 3 мероприятия, организационно-технические, которые позволили этого избежать. Первое – это мы раздали бесплатно лицензии антивирус, то есть компания, естественно, заплатила за эти лицензии, но мы раздали своим пользователям эти лицензии бесплатно. Второе – мы резко сократили количество доступов, количество возможных сетевых соединений для удаленного доступа фактически до 1 машины, на которую пользователь мог подключиться, на которой стояли специальные средства защиты, которые соответствовали всем стандартам безопасности и прочим, что резко минимизировало риски. А третье – это, собственно, показательные выступления, в которых мы очень резко реагировали на то, если обнаружено какое-то нестандартное поведение или активность с компьютера. То есть мы резко блокировали доступ, оставили в известность все руководство, руководство непосредственно сотрудника, руководство департаментов и так далее. Соответственно, общая вот эта вот настроенность на результат позволила достаточно быстро погасить эту волну и добиться достаточно спокойной и нормальной работы перед удаленным доступом. Андрей, сегодня многие участники делятся с нами своими историями, когда при переводе собственных сотрудников на удаленку они успешно решали задачу теми или иными инструментами. Но пока никто с нами не делился какими-то граблями, собственно, на которые компании наступали, но потом успешно их решали и шли дальше. Вот, может быть, вы поделитесь своими граблями, может быть, расскажете, что сложнее всего было при переводе сотрудников на удаленку. Сложнее всего при переводе сотрудников на удаленку это было объяснить человеку, что сейчас новая реальность и что то, что было внутри компании, ему сейчас уже не положено. То есть вот эти все ограничения в виде двухфакторной аутентификации, дополнительного VPN, джамп-станции, с которой он должен подключаться к информационным системам, а не прямое подключение с компьютера, это, естественно, вызывало сложности. То есть вот эти грабли мы прошли достаточно успешно благодаря взаимодействию там с начальниками департаментов и поддержкой руководства. То есть мы в очередной раз убеждаемся, что слабое звено не техника, не средства защиты, а все-таки люди, с которыми нужно эффективно работать. Это одно из слабых мест. Также еще есть все-таки процессы и многие другие вещи, которые остаются за кадром. Большое спасибо, Андрей, удачи вам.